Как себя чувствует больной? Как воспоминания, кем был, помнит? Полная амнезия. Не знает даже, как ширинку расстегнуть. Что ж, хорошо. Все очень аккуратно получилось, округло. Только вот силикона пожалели. Дефицит? А так он уже в порядке. Говорить пока не может, зато ходит превосходно. Даже танцевать получается. Тем более ничего не мешает. Я думаю, его можно выпускать. Вам виднее, профессор. В какое-то я парашу втрескался. Где я? Кто я? Ничего не помню. Пивка, что ли, взять? Посидеть, перетереть мыслю. Врач загонялся по поводу того, что я говорить разучился. Надо проверить. Вот год. Все нормально, я разго... Что с голосом? Я себе яйца, что ли, отсидел? Ну-ка, как они там, родимые? Пациент на выход. Ух ты, сраные грабли! Откуда стринги? И где мой член? Может, я переусердствовал с этим, нанизмом? О, карта! Тоже мне, блин, устроили остров сокровищ. А чем это я? Где-то уже слышал это название. В порнухе, что ли, такой снимался? Точка! Я в кине жопу демонстрировал! Надо афишу заценить, может, что всплывет? Где тут у нас плакатов понатыкано? А, вот они, родимые. Последних событий на современной эстраде.
Что надо? О! Yeah.
На пузо, жаба! Через 5 секунд тут даже выхлопа твоего не осталось. Ложись! Как будто в жопу батарейку вставили. На пузо, жаба! Ложись! Лежать, если жизнь дорога! На пузо, жаба! Ноги вытяни. Выметайся по-быстрому, говнюк. Я вызываю милицию. Лежать, если жизнь моя недвижимость.
Сейчас бы... Глаза у тебя к жопе пришли. Правда, что если питаться одними мятными конфетами, освежитель воздуха в туалете станет лучше. Накрахмаленный гандон. Чего я? Таких, как ты, надо электричеством Я вызываю милицию. О! Выметайся по-быстрому, говнюк. Ноги вытер. Ты их засирал. Эй, товарищ, вы к кому? Сюда!
Что за... Не видишь? Я убираюсь. Ты попал, чувак. Будешь сидеть. Можешь оформлять документы на инвалидность. Извините, я был неправ. Время выздоравливать. Что я стрелять буду? Ты сюда не ходи, ты туда ходи. Убирайся отсюда! Глаза у тебя к жопе пришиты, что ли? Блин, дерьмо! Что за...
Время выздоравливать. Чтоб через 5 секунд тут даже выхлопа твоего не осталось. Блин, нахрен ты? Я в школе, таким, как ты, врач. О, как будто в жопу батарейку вставили. Тебя, сволочь! Ты штопор с улицы Новодрищенской! Время? Вот так лучше! Вы слышали? Лопата! То есть... Я знал тебя, сволочь! Ты штопор с улицы Новодрищенской! То есть, идите колосить по-русски! Вот блин нахрен дерьмо! Пуля, дура! Штопор, молодец! Не смешно, зато про войну! Глаз!
Пуля дура, штопор молодец. Эх, как тебя раскорячило. Я тебя не приглашал. Заводы стоят, а одни писатели в стране. Тьфу! Да ты просто мачо. Ой, мамочки!
на заметку юному сыщику. Оказывается, нарисованные птички могут вернуть память. Освежим воспоминания, прогуляемся до девки. Так, где она сегодня жопой сотрясает? Ага, путь ясен. Глаза разуй. Стоять, сука! Стой, стрелять буду! Стоять, сука! Обама! Остановите козла! Ты кремень, мужик? Что за... Я мыла полы не для того, чтобы ты их засирал. Привет! Смотри по сторонам, козёл! Хорошего расскажу. Так же нельзя, но я не один. И собрался, и мне надо.
могу позволить себе сдохнуть. Я слишком нужен этому городу. Здорово! Позвольте представиться, Штопор. Это все? Ага. Это будет 60 рублей. Спасибо за покупку. Если вы так говорите. Как мило. Мы с вами знакомы? Я в школе таким, как ты.
Ну, здравствуй, дружинда! Как пупок, не стерся? Какая я тебе дружинда, штопор? Ты чего-то попутал? Я даже имени твоего не знаю, только погоняла. Один раз в жизни с тобой и кувыркалась, и то в шубе, в рекламе собачьего корма. Чё-то я встрял, извини, подруга. Мне как носорог в зоопарке в лицо пёрнул, память отшибла начисто. Контузия. Бедненький. А хочешь, я у тебя отсосу? Бесплатно, чисто по старой дружбе. Хватит, бля, отсосали уже. Начисто отсосали. Да, с памятью у нее голяк. Хотя откуда тут мозги? Такой глубокий рот всю голову занимает. Пойду до библиотеки сгонцую, газетки свежие гляну. Может, что прояснится? Да и в сортир сходить нечем, а? Никогда в библиотеке не был. Куда идти-то? А, вот куда! Блин, это я чё, отказался от халявного минета? Терять-то нечего, меня при таком раскладе даже укусить не за что. Да и мотивацию лесбиянок выясню. Я, слышь, типа передумал. Только у меня там вовнутрь теперь всё. Так что ты давай пальцы-то послюнять. Ну-ка глянем. Да ты же еще совсем девочка. Следи за базаром, дура. Ты за девочку сейчас, а... О, да. Посыпь мне соль на рану. Там есть рана, да? Нет, урод. У тебя там великолепно сформированные половые губы. В форме... персика. Ненавижу персики. Не перевариваю. И ни одного больше в рот не возьму. Хотя... какая разница? Приятно. Все, для первого раза достаточно. Остальное за отдельную плату. Если желаете, можете приобрести месячный абонемент. Ладно, я обдумаю твое предложение. Обсосу идею, так сказать. Что ж, пусть не совсем по делу, зато на пользу телу. Теперь я знаю, почему бабы по телефону столько треплются. Язык тренируют. У него пушка. Открывай! Открывай! Мы террористы! Слушай, открой дверь, да? Вам где скрыться от нашего несправедливого возмездия? Блять! Ага! Вперед, братья! Лежать, я сказал. Сам валяйся. Здесь пол грязный. На пузо! Yeah.
очередь, сукины дети! В очередь! Еще один! Вот ты нахрен дерьмо! Лечение, гроб. Смотри по сторонам. Оба!